Красивые домики. Такие красивые тут деревья. Какие красивые фонари. Насколько здесь красиво. Что это за красота такая? Как она может быть такой красивой, Италия? Ну как же это красиво. Тоже очень красиво. Посмотрите, как красиво. Ой, какая красота. Не надо ехать в Пизу. Вам надо ехать в Болонью. Кто из Нью-Йорка, кто из Амстердама? Кто, блин, откуда? И мы такие, Беларусь. Они любят обнаженочку. А мы с Сашкой ходим и как дети подхихикиваем. Ни одного магазина сувениров. Это пицца Маргарита. А это пицца 4 сезона. Всем доброе утро. Мы проснулись в 8 часов утра. Сейчас будем выселяться уже более-менее. Это, наводим порядок, чтобы выселиться. И мы поедем сейчас на другую квартиру. Почему нельзя было остаться на этой квартире? Дело в том, что когда Саша бронировал, к сожалению, тут можно было взять только на одну ночь. Вот эту квартиру. Поэтому мы взяли вторую квартиру, и она находится в соседнем доме. И по цене это тоже очень дешево получилось. Вот, сейчас мы будем заселяться, а потом пойдем гулять. У нас очень много планов. И, в конце концов, нужно изучить Болонью. Вчера мы только там не посмотрели, и мы пришли. И вы сами видели, покушали, спать легли. То есть вообще сил не хватило. Вот. И сегодня у нас еще экскурсия. Саша где-то нашел бесплатную экскурсию, ну как бесплатно, она как бы теоретически бесплатная, но ты все равно оставляешь как бы на чаевые после экскурсии. Вот, сколько не жалко. Там так и пишут, вы оставляете, сколько не жалко. Вот, ну, в принципе, все оставляют где-то 5-10 евро. И мы пойдем тоже, экскурсия будет на английском языке. У нас будет, ну, интересно, знаете, нам расскажут все, самые интересные места сводят. Ну, короче, мы решили сходить. Вот, Сашка пошел мыться, я быстренько записываю этот влог. Этот влог, я быстро записываю видео. Вот, и немножко собираюсь, потому что, как я уже сказала, нам нужно выезжать. Мы предупредили хозяина, что мы в 9 часов. Кстати, такой хозяин приятный. Знаете, он такой итальянец. У него, кстати, жена украинка, он сказал. Везде наших своих найдем. Все, хоть болтать. Поэтому поехали выселяться. Простите, у меня такие-то эмоции сумбурные. Я так еще рада. Плюс... Знаете что, уставшие, мы не выспались, конечно же, но ничего страшного, это выспимся уже в Польше. Сейчас вам покажу кое-чего. На сегодняшний день вот эта вещь в Италии самая важная. Надо мазаться везде, потому что солнце настолько горячее, настолько, я не знаю, активно, что обязательно нужно не забыть взять с собой. Хорошо, что мы взяли, и у нас он заканчивается, нужно купить... Нужно будет купить новый. Ну, мы уже здесь, наверное, купим. Вот сейчас буду мазаться. Вот, я сплела себе колосок, надену кепку. Сейчас покажу. Всегда нужно гулять с кепкой. Иначе лицо будет отвратительное. Оно сгорит. Вот я вчера вот так ходила весь день, кроме вечера. Но все равно такая вижу, что такая немножко подзагорела. Я тоже обмазалась кремом. Сейчас мы Сашку, да что ж он долго в ванной? Он все время долго. Он даже здесь долго купается. Но на самом деле в его оправдание скажу, что он бреется. А дома он купается вообще, он как пойдет, я его дельфином называю. Потому что я моюсь долго, а он еще дольше. Поэтому мы так поздно всегда ложимся спать. А вот и Сашки. Ну что, намылся? Набрился? Я тут рассказывала, что ты дельфинёнок, что ты долго. Но на самом деле ты же брился. О, все красное. Ну что, будем кушать, да? Хорошо. Я уже почти все собрала. Расскажи, как ты себя чувствуешь вот после вчерашних прогулок. Все болит? Нет. Ничего не болит? Нет. Так смешно. Ну, как ты разминаешься? Как ты разминаешься? Вот так вот?
Ну, молодец, классно. Волна. Смотри, как светло стало. Там жарко. Там вообще так жарко, даже мне уже... Я тут посидела, мне жарко. На самом деле в комнате очень тепло. Нам было жарко. Все, видите, мы уже собрали весь мусор. Вот это наши все... Ой. Приспособления, очки, камера, все эти провода надо положить. О, вот этот пакет не забыть. Вот еще зубы почистить напоследок. И поесть, наконец-то. И выселиться, да? Ну, в принципе, я все собрала. Mm-hmm. Вот там наши сосисочки лежат. Будем есть. Все, до встречи на новой квартире, да? Да. Ну все, мы заселились. И смотрите, вот идем. Мы потом покажем, куда мы заселились. Просто уже некогда, бежим. Я говорила, у нас экскурсия, и я вот хочу показать по дороге вот такие красивые домики. Посмотрите, эти нахалы еще спят. У них вот еще это, ставни закрыты. Ой, вообще так красиво. Как может не нравиться Италия, когда вот такие вот домики, да, Сашка? Вот меня, знаете, напоминает это Санта-Барбару сериал. Вот такие вот похожие какие-то дома. Вообще здорово. Деревья вообще, такие красивые тут деревья, столько зелени, здесь из-за того, что, наверное, тепло, очень много чего растет. Все, идем дальше. Сейчас мы зашли тут в тенек под зданием и хотели показать вот типичные итальянцы, просто... типичные итальянцы, ну, какие-то азиаты сидят. Короче, они очень любят сидеть и просто пить свой эспрессо, трындеть. Ну, ничего, старички особенно любят. Или просто еще такое время, когда только старички встали. Да. А смотрите, еще ставни закрыты. Ну, реально, ну, очень жарко. Час, очень жарко. И вот это обычно такой спальный район. Вот. Ну, вот вообще типично. Ну, нет, это хуже среднего, я бы сказал. Мы видели и получше по пути. Но это еще далеко не центр города. А вот мы уже ближе к центру. Сразу идем. Резкий контраст. И вот зашли в тенек. И смотрите, как прикольно. Ну, какой-то такой туннель. Он такой большой, длинный. Так... Блин, в Италии... Я вот не знаю даже, что сказать. Потому что вот каждый город, он по-своему вроде разный, но такой красивый. Такой все старенькое. Такой аутентичный. Такой... Сашка, ну скажи что-нибудь. Ты, я уже имею слова. Шикарно классно. Обожаю. Вот, Сашка. Спасибо. О, класс. Вот смотри, сейчас мы шли в сером тоннеле, в таком кирпичном. Сейчас в красном. Дальше пойдем опять в сером. Мы все продолжаем идти по тоннелям. Как вы поняли, они все разные. Спасибо. Что он шумел. И смотрите, какое окошко. Блин, так мило. А это? Какие они огромные. Это даже домофон, отдельное произведение искусств. Кстати, что на обратной такое? Стороне тоже вот такие арки. Так классно. Господи, Италия, хорошо, что ты такая красивая. У них витрины какие-то такие старые, не такие, как у нас. Да? Но у них все, они везде стиль поддерживают итальянский. Ой. Слушайте, знаете, что мне кажется? Что Болонья чем-то похож на Милан в плане габаритов. Да, Сашка? Согласен. Да, Сашка? Да. Тебя почти не видно, ты как негр здесь. Так, я иду, все снимаю, потому что... Мне будет самой даже интересно все это пересматривать. Вау, какая колонна дальше. Блин, так интересно, у нас экскурсия, и они, наверное, нам столько всего расскажут. Ой, мы вышли на солнце. Мы куда идем, Саш, прямо? А, так, все, переход. Ждем. Меня не остановить. Я просто не могу не снимать. Посмотрите, какие красивые. Фонари. Офигеть. Мы практически уже в самом центре. Да. Мы уже почти в самом центре. Ой, господи, пиццерия, нет? Пицца. Альтеро. Ой, 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 ой. Сашка, ты же меня так не бросай. Отошел и это, чуть не упала. Ой, чуть не врезалась с людьми.
Красота. Друзья, я так счастлива. Сашка, ты счастлив? Да. Сашка тоже счастлив. Ну, счастлив мы еще. Сейчас будем еще больше счастливы. А еще, знаешь, что мы подумали? Хорошо, что мы приехали, когда мало туристов. Практически их не вижу, кроме нас. Вот, и свободно можно гулять. Ну вот сейчас людей побольше, но до этого мы шли, людей вообще не было. Эх, красота. Вот мы встретились напротив этой кривой башни. И вот столько людей. Вот эта женщина будет вести экскурсию, и она спрашивает, where are you from, у всех, и имена, и все вообще, кто из Нью-Йорка, кто из Амстердама, кто, блин, откуда. И мы такие, Беларусь! Больше такие из Европы, из таких классных стран. И мы, Беларусь! Ну, зато мы менее очевидная, да, страна, Сашка? Амстердам очень даже очевидно, что они сюда приедут. А Беларусь, кто, блин, приедет? Пару человек. Так, короче, вы не представляете, насколько здесь красиво. Я чувствую, что мы будем блудить здесь весь день. Вот эта башня кривая, она кривее, чем Пизанская башня. Все, мы поехали. Смотрите, какой вон там балкончик. Вообще, так подняла глаза и очумела. Она говорит, что в Болонье у нее есть несколько кличек. Четыре клички. Красная. Я читал еще. Толстая. Толстая. Сейчас будет second. А, вот, La Grassa. Это третья. Да, второй никнейм — это толстая. Еще два. Так, идем за экскурсоводом. Она... Потом мы расскажем, что она рассказывает. Если честно, мой английский very, very bad. Сашка хороший, поэтому он нам будет все переводить. Сейчас. Во-первых, могу пока сказать, что Болонья страна высоких башен. Да, Сашка? Да. Ой. Идем. На самом деле это очень интересно, и людей очень много. Все, кто... А, я уже рассказывала, кто откуда. Короче, мы идем. Буду рассказывать по ходу действий. Наконец-то нам ответили на мой вопрос про туннели. Это ценность ЮНЕСКО. Вот она говорит. Почему здесь так много туннелей? А, вот смотрите, какой. Старье. Старинный. Ладно, все, слушаю дальше. Вот смотрите, она нас привела под вот эту крышу и говорит, что здесь там есть три стрелы. Ну, две. Там две стрелы. Легенда в том, что тут какой-то ревнивый муж, только приказал убить жену там или кого. Вот стрела. И было, менял трех лучников, но она разделась, что скинула платье, и не смогли. И вот стрелы типа там устали. Вы представляете, сколько веков они там? Очень интересно. Следующая наша точка. Такой костёл. Нам разрешили зайти внутрь церквушки всей толпой на минуточку бесплатно и в масках. Я поснимаю, если тут у нас, если можно, посмотрим, что тут внутри. Вау! Офигеть! Сашка! Вау! Блин, спасибо камере, что она не хочет фокусироваться. Офигеть! Так, нам еще можно и дальше пройти. Я особо тут разговаривать не буду. Давай. А, смотрите, еще дальше можно пройти. Ничего себе. Мы-ка идем. Можно. Еще знаете что? Спасибо камере, что она умеет снимать в темноте. Это намного темнее, чем в камере. Смотри, Саша.
Офигеть! Что это за красота такая? Зал? Я отошла от экскурсии поснимать башню. Посмотрите, это все каменное. Блин, я в восторге, как же красиво. Вот Сашка. Сашка слушает. А вот тут, получается, вот тут как бы в церкви в этой. И вот сюда, если пройти, тут выход из церкви и опять арки. Блин, ну Италия это просто. Ну как она может. Сашка, как она может быть такой красивой, Италия? Вот ты понимаешь? Когда они успели это все понастроить? И главное, как оно все сохранилось. Так, вышли из церкви, идем дальше. Как это красиво. Ну как же это красиво. Я сегодня целый день говорю, ну как же это красиво. Так, сейчас мы зашли в какое-то другое здание. Тоже очень красивое. Все тоже каменное, все старенькое. А после, смотрите, какая-то икона. Ребята, чтобы вы понимали, это беременная Мадонна. И она сказала, что... Это редко, обычно же уже с ребенком всегда из-за этого. А тут ее прям... И это сохранилось с тех времен. Офигеть. В шоке. Вот вам и искусство. Ну вот мы идем дальше. Вот еще какая-то башня. Сашка, я подумала, вдруг этот выпуск будет скучный. Я постоянно говорю, как красиво, как красиво. Так и есть. Так и есть. Скучно будет, да? Или так красиво? И то, и то. Так, ладно, все, слушаем дальше. Просто. Но какая красота. Я Сашку оставила слушать, а сама вышла поснимать. Офигеть. Ну, офигеть же. Блин, я чувствую все. Я вам провела самую подробную экскурсию по Болонье. Можете не ехать. Можете просто посмотреть влог наш. Вау. Просто вау. Так, это следующая наша точка. Вау. Посмотрите, как красиво. А вот еще с этой стороны. Не хуже как бы. Знаете, я тут поняла, что Болонья это, наверное, самый красивый город в Италии. Именно из тех, где мы были. Первая для меня Венеция пока. А вот это вторая. И Бергамо на третьей. И все остальное там где-то. Сашка, а тебе? Сашке плохо. Он, вон, смотрите, ему жарко. Он такой неразговорчивый, неулыбчивый. Сашка. Хотела показать. Смотрите, как красиво. Из арки видны вот окна. Так классно. А еще вот смотрите, какие балкончики. О, боже, я могу. Я тут просто... Вот я сейчас приближу. И просто в шоке от красоты. Если честно, из-за того, что очень много людей, почти ничего не слышно. И Сашка тоже ничего практически не слышит. Она говорит не очень громко. И очень много людей, мы в конце стоим. И Сашка говорит, я почти ничего не слышу. Ну, я тоже. Сашка, да. Не слышно? Так, мы идем. И смотрите, я что вижу.
что эта башня тоже кривая. То есть тут реально много кривых башен. Так что не надо ехать в Пизу, вам надо ехать в Болонью, если хотите увидеть не одну башню. Сашка. А много. И некоторые кривые. Что некоторые? И некоторые из них тоже кривые. Да. О, смотрите, куда мы повернули. Саша, меня главное не теряй, хорошо? Смотрите, как красиво. Очередное мое слово. Смотрите, как красиво. О-ля-ля. А вот итальянцы пьют эспрессо. Они постоянно пьют эспрессо. Все. Ой, смотрите, это какой-то рынок. Улица-рынок. Тут столько всего продают. О, смотрите, какие макарошки. Не макарошки, а паста. Тоже макарошки все в Беларуси будешь есть. Да, Саша? А еще она сказала, что в Болоньи нет болоньезы. Или есть, но... Или что она там сказала, Сашка? Ну, как, если вы закажете, вам ничего не... А, вам ничего не принесут? Нет, ну, болоньезы. Нет. Нет в меню болоньезы. Короче, придумано не в Болоньи. Так, мы что-то застряли. Ну, ничего не слышно. Что должно быть? Хамон. Пожалуйста. Хамон. Так, ладно, все, больше, наверное, снимать не буду. Потому что, мне кажется, тут слишком много людей. Смотрите. Все такое красное. Не зря же. Смотрите, сколько хамона. Это же наша роль с Сашкой. А, ну, Саш, что это? Не какие-то макароны, это пельмени были. Равиоли, наверное. Ой, какая красота. Мы, кстати, идем вот за этими людьми, а они из Амстердама. А вот. Класс. Ой, сколько еды. Саша, я хочу вот все эти ноги. Подарите мне ногу, пожалуйста. Мы с Сашей мечтаем о ноге хамоне. Когда-нибудь, я думаю, мы ее точно заполучим. Так, люди едят. Быстро показываем, потому что мы, как всегда, опаздываем. Сашка, посмотрите, что это такое красивое. Так, я думаю, что мы еще с Сашей отдельно походим, самостоятельно. Да? Мы ничего не знали. Вот почти ничего не узнали, потому что мы ничего не слышим, блин. Ну, так. Это наши. Мы идем за ними. Так, покажу поближе, так сказать. Мы вышли на какую-то площадь. Типа, может, рынок тут какой-то раньше был. Тоже башня. И вон башня. Она рассказала, что башни тут раньше строили все богатые люди. И чем богаче... Или это Саша рассказала? Ну, семьи. Семьи, да. Ей соревновались. Чем богаче, тем выше башни. Вот так. Были такие соревнования в древности. Присели отдохнуть. Короче, возле... сбежали мы с тура. А, ну это сначала. Возле еще одного собора какого-то. Нас не пустили. Там прикол в том, что типа стоит табличка такая, ну, не пускаем в неподходящем виде. Только в шортах, короче, там, знаете, лето. Как будто кто-то, блин, будет ходить. Да, но не то, что не пускаем, а продаем накидки. То есть вы купите накидку, и тогда мы вас пустим. Понимаете? Просто так не пускаем. А какую накидку, блин, за 5 евро? Сколько? Не знаю, не важно, сколько это стоит, но это лохотрон. А, и люди покупают. Очень. Там бабуля предприимчивая, ну, не пускает. Бабуля такая стоит и не пускает никого, типа, купите накидку. Ну, я подумала, ну и ладно, тут столько красоты, подумаешь, другое посмотрим. Да, ну с туром мы сбежали. Кстати, да, с туром мы сбежали, потому что мы ничего не услышали, во-первых, мы ничего не слышим. Ну, очень много людей. Прям пробиваться поближе. Тут шумно, да. Толкаться тоже не особо хотелось. Ну, людей там, ну, человек 40, по-моему, еще прибились новые. Вот она подвела показать какую-то там карту, а мы даже не поняли. Мы потом уже увидели, что это на карту, оказывается, показывает. Ну, то есть не видно. И мы сбежали, мы подумали, что мы самостоятельно, как и раньше, ну, так нам комфортнее, ну, и в целом. И мы еще два раза терялись, потому что я все снимала. Потом бежали за ними, тоже смешно.
И мы еще мешаем другим, я думаю, потому что я такая разговорчивая, еще снимаю, и на нас вдруг кто-то поворачивался, постоянно так, типа, косилась. А вы чего, блин, мешаете мне? А мне же надо контент. Я работаю. Ну да, так что я думаю, сейчас пойдем сами смотреть, как обычно, как привычно нам. Да. Хотим еще подняться на башню, по возможности. Я очень хочу на ту самую, вот эту высокую башню, что показывали. Если она не очень дорого стоит, то можно сходить подняться, Сашка. Там, кстати, дофига ступенек, но с высоты посмотреть город. На красный, это офигенно. Ну не жалко, на это не жалко. Но если это не стоит 20 евро, на 20 евро мне жалко. Мы те еще еврейчики. Друзья, нам повезло, что капец, поменялась смена этой женщины. И нас пустили. Вот я, кстати, Сашка, вот Сашка так выглядит. Но обычно мужчин пускают в чем угодно, хоть в труселях. Да, просто женщина да. Продает какие-то накидки и на этом делает бизнес. Но вот эта женщина там стоит транзит с карабинерами. Да. Ей не до продажи. Все проходит. И поэтому мы смешались с толпой и по-быстрому зашли. И хочу вам показать, как здесь красиво. Вот такие витрины. Классно же. Витрины, витражи, простите. Витрины, сказал. Так. Блин, он такой большой. Вот эта колонна. Какая толстая. Ждите на это. Ой, как классно. Классно не снимала. Классно. Вот это вот все будет во влоге. Классно мы снимала. Это я тебя снимаю. Сашка меня снимает в инсту, я его во влог. Видите? Блогеры, блогеры. Ну да. Красота. Так вот, я хотела приблизить, показать, какой красивый алтарь. О, гляньте-ка. Ну, супер же. Так, но, наверное, все-таки не самый красивый. Ну, далеко, я бы сказал. Да, ну, Сашка? Все-таки не самый красивый храм, где мы были. Ну, в Италии куча красивых. А это такой симпатичный, скажем так, да? Господи, нельзя смеяться, но мы, Сашка, постоянно вот по Италии всегда какая-то... Фонтаны прям вот иногда встречаются. Эротика. Ну, реально же обнажёнка, посмотрите. Наглая такая. Да. Неприкрытая. Неприкрытая, наглая. А вот это. Просто, вы просто посмотрите, насколько. Они любят обнажёночку. А мы с Сашкой ходим и как дети подхихикиваем. Но для Италии это нормально. Вообще, это же искусство, Саш. Да? Мы же не против. Ну, так мы не против, мы просто подхихикиваем. Ну, забавно. Ну, забавно же. Все время, когда идешь, думаешь, о, сейчас какая-нибудь обнажёночка будет. Ну, они так смешно грудят. Блин, я не могу. Все. Все, пошли, а то это меня уже смущает. Смотрите, пришли посмотреть на вот эту кривую башню. Видите, насколько она кривая? Она наклонена вправо. И таких башен здесь несколько. А мы уже, наверное, это говорили. Но вот знаете, что не обязательно ехать в Пизу, чтобы увидеть одну кривую башню. Или там две. А тут их много башен и много кривых. Мы направляемся вот в эту башню узнать, можно ли на нее подняться. Еще узнаем. Вот здесь, перед башнями, у нас памятник святому Петронию, который основал Болонью по легенде. Ну или не по легенде, короче, как нам рассказывал гид сегодня. Вот. Получается, что вот у этой башни были самые богатые... Да, самые как бы могущественные владельцы. Потому что она самая высокая. И башни использовались для защиты от нападений. Раньше не было даже дверей, только вот окошко, в котором взбирались по лестнице, да, вот туда. По лестнице, что за... Ну, это защита, зато враги не пройдут. А вот это можно туда, можно показать. Вот эти, как они скучные, что забирали. А с далекапной вообще видно. А еще он сказал, мы надеемся, что она не рухнет. Ну, это была шуточка. Это она огорожена, может,
какая-то реставрация идет. Укрепление. Ну да. Обиженная Оля. Да, я обижена, потому что мы полная засада. Мы так думали, что мы сейчас поднимемся на башню, тут да. Просто купить билет. И тут sold out на сегодня. Короче, ну мы зашли на сайт. Надо бронировать. И на сегодня и пускают там ограниченное число людей. 9 человек каждые 15 минут. Поэтому... К сожалению, мы не попадем. На сегодня уже нету вообще времени, на завтра тоже. А мы завтра с утра уже будем уезжать. А я хотела. Так что на башню мы не поднимемся. Ну тут так сложилось, что, наверное, проблема в том, что мы не успели подготовиться к поездке, прогуглить все достопримечательности. Я только тур успел забронировать, и то мы на него не до конца прошли. А нам надо еще сувениры купить. Ну, я думаю, найдутся. Не, ну так красиво тут. Ну, арки вообще. Вот я почему-то не верю в эту легенду, которую рассказали, что это... Только потому, что люди поселили студентов, типа, на верхних этажах. Но это выглядит так, как будто это строилось. Возможно, было пару таких там домов, где достроили этажи. Ну, это как бы. Это выглядит слишком целостно. Да, остальные, может, подстраивались под это. Да. Ну, это странно. Почему бы тогда не сделать не просто верхний этаж, а все, еще полностью слой. Или новый дом для студентов. Построить, да? Да, достроить выше этаж, реально. Ну, красивая легенда, скорее всего. Не до конца верю. А вот вам и, пожалуйста, насколько мы... Лучший ракурс. Лучший ракурс этой башни. Посмотрите, насколько она наклонена. Мне кажется, это просто unreal. Мне кажется, она реально упадет скоро. Я верю в то, что у меня угол наклона больше, чем у Пизанской. Ну, она просто, Саша, посмотри, она дико кривая. Если честно, я бы под ней... Вот сейчас, как я уже знаю, я под ней не буду ходить. Она, мне кажется, в любой момент может рухнуть. Блин, я в шоке. Пришли с Сашкой в парк. Смотрите, какой фонтанчик. Там черепахи. Я покажу. Приближу. Чик-чик-чик-чик. О, видите, какие черепашки там. Так вот, чем мы приперлись? Мы приперлись, чтобы отдохнуть. Посидеть. Да, Сашучек? Покушать. Знаете, что мы хотели вам рассказать? Одну очень крутую новость. Ой, новость. Одну... Но это не новость. Мы сходили в туалет бесплатно. Новость. Новость, не могу. Сашка, рассказывай. Что мы в парке... Как это парк называется? Не знаю, какой-то там правильный час, я могу сказать. Да. Название. Он возле ЖД вокзала, возле автовокзала. Да, короче, в парке тут бесплатный туалет. Ну скажи, как это важно. Чтобы он был бесплатный, потому что на туалетах можно разориться. А тут он такой аккуратный, нормальный. Ухоженный, очень много лавочек. Да. Людей много, но места хватает всем. Но вот туалет, кто будет в Болонье, прям ловите совет. Да, Сашка? Да, называется Парко Делла Монтаньоло. О! Да. Значит, в самом центре, ну, не прям, возле автовокзала и ЖД вокзала, что важно. Тут очень много. И до центра, в принципе, минут 15 пешком до башни. Ну, может, 20. Еще хотела показать, Сашка. Это русские. Мы сели чисто случайно на лавочку, потом увидели, что они на русском говорят. Реально много, в Италии много русских. Да везде много русских. Yeah. Русская речь, ну, часто где. Каждые наши поездки встречались. Просто... Но это почти невозможно. У хозяина нашей прошлой квартиры, да. Она украинская. Я говорила. Да. Ну, там везде. Украина, вот не много. Мобильная. Да. Уезжает. Так, показываем. Что мы взяли? Мы взяли виноград. Это у нас обед. Наш любимый напиток. Вот кто будет в Италии, вот попробуйте. Он реально такой вкусный. Это этот чай. Он такой не очень сладкий, но он такой вкусный, с персиком. Он стоит 99 центов. Но мы его берем всегда, потому что мы в него влюблены. Не знаю, почему, вот он нам понравился, и мы его все время берем. Сашка взял себе банан, я не очень люблю бананы. У нас будет виноград, Сашке банан. И смотрите еще, что мы нашли. Вот такие булочки, у нас будет такой обед. Мне кажется, очень даже плотный. Эти были за полцены. А, за полцены. Мы подумали, блин, ну полцены надо брать. Дей. Да, там евро с небольшим. Все, с Мачнега. У нас тут с Сашкой возник вопрос, и мы не знаем на него ответ.
Смотрите, какое дерево. Оно очень красивое, но... Такие блестящие листья, да. Плотные. Но у нас вопрос, вот плод есть, но мы без понятия. Что это? Волокнистый, волосистый. Ну, что это вообще? Бананы какие-то маленькие. Интересно как. Да? Ну. Мы, кстати, плодов не видим. Мы это дерево уже видели несколько раз. Он в Италии часто встречается. Но вот именно плоды, вот такой вот лист, плодов мы не видели. Вот так. Может, есть ботаники, которые подскажут? А вдруг ботаники знают, как я подскажу? Не, ну, может, знаете, реально интересно. Если знаете, напишите нам это в комментарии. А, их вон, смотри, слишком много. Ну, да. И вот. Блин, интересно, ну ладно. А вообще мы хотели вам показать, смотрите, какой рынок огромный, просто всю площадь занимает. Во как, мы в шоке. Хотим зайти посмотреть, что там есть. Ну, мы так думаем, ну... Башни видно даже отсюда. Их тут, ну, вон их три. Их видно три уже. Ну, мы, собственно говоря, так и думали, что это такой вещевой рынок. Он все по евро. Трусишки. О, сука, резина. Заколок. Вот тут все по евро. Бижутерия. И вот бижутерия. Купили вот. Сувенир. Да, купили вообще в табакерии, потому что очень сложно найти сувениры. Мы видели один раз, и то, когда мы шли, угу. Ну, как бы с гидом, и некогда было, ну, рассматривать или смотреть, где мы. Думаю, ну, найдем еще сувениры, тут везде, туристический город. Да, в чем проблема? Обошли все еще раз, все по кругу, ни одного магазина сувениров. Вы просто понимаете, как может быть такой, типа, большой туристический город, как и я думала, он же туристический? Ну, достаточно туристов. И с нами было человек 30. Нету сувениров. Ну, знаете, как вот обычно на каждом шагу? Да, вот тут, да. Ну, как бы центр, вот. И мы купили, ну, вообще в табачном месте. Да, купили. И их не так часто встретишь, даже вот эти. Да, даже эти не часто, реально. И мы искали везде, и в центре, и за центром. Ну, ни одного, да. Ну. А еще у меня проблема. Ноги болят. И не потому, что я просто устала, потому что мои эти красавчики не выдержали. Просто тупо, блин, не выдержали. А еще и лопнула подошва. Понимаете, как повезло? Просто не выдержала наш поход. Вот так. Вот так. Поэтому мы, наверное, в поиске, и мне новой обуви. Хотя бы такое, знаете, просто чтобы ходить было удобно. Потому что я не знаю, как... И мне уже очень больно. Я тупо терплю, но никакого кайфа нет в том, что я вот хожу, брожу. Не круто, вообще не круто. Я, честно говоря, думаю, мне вот любые червячки, которые просто мягкие, какие-то удобные, потому что мне там просто горит нога. Пойдем. Это сейчас звучит как... Пойдем. Так, ладно. А, потом покажем, что мы купили. А что? Первый сувенир. Да, первый сувенир, кружку. Нам нравится собирать всякие штуки. Раньше мы собирали магнитики. Да, сейчас у нас нет возможности их лепить. Поэтому теперь у нас кружки. Мы решили собирать кружки. Да, мы решили, что бы не собирать кружки. Тем более у нас их мало дома. Ну и классно, вот так пьешь. Я говорю, о, это с баллони, просто, да. Нашли спасение. Купили шлепки в H&M. Не самые красивые, конечно, издалека снимаю, но вот мы вот так... Пластыри полюбили, потому что, боже, какие они мягкие. Спасибо, H&M. Так, у меня ноги опухли, мне кажется, у меня сейчас 39 размер. Так. Теперь у меня... Нашли за 15 евро. Да. Такие. Кстати, они модненькие такие. Да, и в стиль любимого цвета. Да, мой любимый цвет. И самое интересное, посмотрите, какие они мягкие. Ну как, надувные такие. Такие, да. Тут какая-то такая штука. Ну, главное, чтобы... Фокусируется. Все. Ну все, сейчас чуть-чуть, может, проще будет. Сейчас хоть, честно, у меня сейчас будет хоть отдых. Я целый день просто мучилась. И мы... Даже несмотря на красивую болонью, да. Впечатления будут. Не, ну мне было просто только впечатление, а в конце... Я уже когда силы закончились, и нога перевесила. Еще, знаете, я подумала, это же мне еще всю неделю вот так вот мучить. Надеюсь, что эти выдержат. Все. Да, остается надеяться, что неудобно. Все.
Мы сейчас в общественном, ну, в таком городском автобусе в Болонье. И смотрите, какой классный. Дует везде этим кондиционером. Смотрите, какой он комфортный. Комфортабельный, точнее. Вообще, на такой раз такие сиденья мягкие. Ну, это такой какой-то полупригород, потому что... А, он полупригородный? Да, потому что нас спрашивают, как это мы едем, то есть внутри города, либо за черту города, тогда билет пустой дороги. Все ясно. Так, за окном вот станция такая. Ну да, это не просто остановка, а станция. А, смотри, вон 45. Все, отъезжаем. Пришли в пиццерию недалеко от дома взять на вынос пиццу. Заказали маргариту и 4 сезона. И всего дали 10 евро. Да. Ну, потому что место не в центре, угу. Пиццы довольно большие. И не знаю, съедим ли мы обе. Ну, Саша поможет съесть. Ну, одну нам как бы маловато. Надо брать две, тем более надо попробовать разные. Ужин у нас. У нас, получается, обед был в парке. Завтрак был вообще дома с сосисками. А ужин вот такое королевское было на пицце. Ну, реально, две пиццы. Ну, как не поесть пиццу? Попробуйте. И пасту. Ну, мы ели, как бы, лапшу. Ну, да. Ну, еще городов много, еще успели. Еще, да. У нас завтра, вы не представляете, что нас ждет. У нас завтра 3 города. Мы с утра выезжаем из Болоньи. Ну, ладно, завтра уже расскажу. Да. Тут долго. Днем в одном городе и приезжаем ночевать в следующем. Все, а сейчас идем домой, слава Господи. Потом дома включимся, покажем, где мы живем. Покажем, что мы купили. Да? Да. Ну вот первую обновку мы видели. Ну да, это понятно. Но я их опробовала, так нормально, пока нормально. Просто ноги еще болят, я не знаю. Завтра точно уже скажу. Покажу сегодня немножко. Заодно, знаете, стою такая, смотрю, как там мои тапки, подходят мне или нет. Ноги устали, конечно. Так, и я включилась, чтобы показать вам нашу комнату, которую мы снимаем. Выглядит она вот так, это просто комната, она маленькая. И мы, смотрите, заказали уже 2 пиццы. Тут такие коробки. Вот так только закрываются. Наверное, сэкономили на упаковке. И смотрите, какие они гигантские. Это маргарита, она такая большая. Мне кажется, что мы зря взяли 2. Надо, ну, очень сложно будет есть. Также у нас есть вентилятор. Он так дует офигенно. У нас здесь есть телек. Ну, в принципе, тут, знаете, и все. Кровать, комната. Ой, комната, дверь. И это на 3-го, может, человека раскладушка, если нужна будет. Еще плюс здесь такое окошко есть. И можно взглянуть на город. Ну, как город, на соседний дом. Тоже так красиво, аккуратно. У них везде цветы. Вообще, просто прелесть. Вот и все. В принципе, весь рум-тур. Сейчас вам покажу, что мы купили. Мы купили в Алди мясо. Будем кушать. Это вот такая шоколадка. Посмотрите, как классно. Всего стоило 80 центов, мне кажется. Потом мы взяли вот такую колбаску. Тоже будем есть, хомячить. И вот так она выглядит. Ой, Сашка, я уже так есть хочу, уже проголодалась. И вторая наша пицца выглядит... Так, вот эта пицца маргарита, а эта пицца 4 сезона. Ну, Сашка сказала, я не повторю. Я знаю только кватро. Еще раз скажи. Кватро стаджано. Вот, все, вы запомнили.